Серебро по мини-футболу у наших спортсменов. С 5 по 7 ноября в Архангельске прошло первенство области для спортсменов возрастной группы 14-15 лет. В нем приняли участие 9 команд. Футболисты нашего округа достойно выступили на турнире и по итогам заняли почетное второе место. Николай Фролов занимается мини-футболом с первого класса и за 9 лет спортивной карьеры неоднократно признавался лучшим игроком окружных и городских соревнований. Самым главным своим достижением считает получение номинации «Лучший игрок» на первенстве Северо-Запада по мини-футболу. Николай играет в роли защитника, но, как сам признается, иногда по ходу матча приходится меняться ролями с товарищами и играть в роли нападающего, ведь никогда не знаешь, как пойдет матч. На этом чемпионате нашей футбольной команде противостояли 8 команд соперника. Были соперники очень хорошего уровня, высокого коряжма. Вот мне понравилось у них. И тренер был такой, ну, заводной, он все время команде помогал. Архангельск вот за 2 года, которые мы ездили, он со всем вот уровнем уже поднялся. Сборная команда округа состояла из воспитанников Дворца спорта «Норд» и ДЮСШ поселка Искателей. Наши футболисты регулярно участвуют в первенстве Архангельской области и неоднократно становились победителями и призерами. На этот раз команда округа уступила своему заядлому сопернику сборной города Архангельска, но остальным соперникам не оставила шансов. Можно сказать так, была первая игра у нас на турнире. Ребята еще не все играли в новом зале. Стандартный зал новый построен в Архангельске. То есть, я думаю, остальные игры мы уже сыграли на более высоком уровне, они к залу приспособились уже. То есть, ну, можно сказать, что немножко волнение, скорее всего, подвело. Следующий выезд наших спортсменов запланирован на февраль следующего года. Соревнования будут проводиться в рамках проекта «Мини-футбол в школу». Сергей Журавлев, Владислав Носкин, телеканал «Север».